Что касается ситуации, которая произошла сегодня утром у нас на полигоне, это был целенаправленный поджог. Когда мы приезжали встречать комиссию с директором предприятия, мы подъезжали к полигону и увидели, что боковой отвал, это старые карты, которые уже не используются, находится в задымлении. Когда мы подъехали ближе уже к полигону, было видно, как две фигуры перепрыгивали через забор и вскрылись в полях в сторону как раз-таки ромского лагеря, который расположен недалеко от нашего полигона. По большому счету, такие небольшие возгорания мы вполне успешно ликвидируем собственными силами. В помощь нам горосполком передал 12-кубовую поливомоечную машину. В принципе, нам пока этого хватает для того, чтобы локализовывать такие небольшие пожары. Также причиной таких небольших пожаров может являться самовозгорание твердых бытовых отходов, потому что отходы тлеют, бывает такое, что загружают в мусоровоз твердые бытовые отходы. В этот момент происходило небольшое тление в самом бункере, выгружают у нас на полигоне, и при доступе кислорода еще сильнее увеличивается это возгорание. Но эта ситуация у нас постоянная, мы достаточно успешно с ней боремся. И у нас разработаны регламенты, положения, которые, инструкции, выполняя которые, как бы мы достаточно успешно все эти вопросы закрываем. Первое конкретное действие – это, конечно, усиление охраны. Мы однозначно этот момент проработаем. Александр Федорович, наш мистский голова, нам поставил эту задачу. Уже сегодня мы получили первые коммерческие предложения от охранных структур. Но они предлагают обеспечить круглосуточную охрану 6 людьми полигона твердых бытовых отходов за 2,5 миллиона гривен в год. Ну, это достаточно серьезная сумма. Но есть еще и другой путь решения этого вопроса, потому что эти люди попадают к нам на полигон, их интересуют не старые участки полигона, которые давно уже рекультивированы и закрыты, их интересуют непосредственно рабочие площадки, куда приезжают свежие твердые бытовые отходы. Из них они выбирают вторсырье, которое потом реализуют в пунктах приема, которых очень много в Большой Коренихе, и получают за это средства, и, соответственно, с этого живут. Это их средства существования. Соответственно, если, например, этих средств существования не будет, то им не будет никакого смысла.